Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем снеговика Олафа. Для этого нам понадобятся шары круглые 5 дюймов 2 штуки белого цвета, 10 дюймов 2 штуки и 12 дюймов также 2 штуки. Шары для моделирования. Один черный, один оранжевый, один белый. И это были 260 и 160, один шоколадного цвета. Также нам нужны ножницы, насос, маркер, палочка для шаров, вырезанные заранее наклейки и завязочки в количестве 10 штук. Итак, приступаем. Берем шар 12 дюймов и берем черный 260 шар. Разрезаем его на 3 части. Это будут у нас волосики. Связываем 3 отрезочка вместе. Сложили. Теперь берем одну завязочку и раздуваем шар. Немножко раздули. Прикладываем наш чубчик в верхушку шара. И выпускаем воздух. Аккуратно достаем. И завязываем. Убираем лишнее. Теперь берем оранжевый шар для морковки. Отрезаем небольшой кусочек. Завязываем на конце узелок. И берем завязочку. Раздуваем шар. Раздули. Теперь прикладываем узелочек в место, где у нас будет носик. Вот так, чуть-чуть выше серединки. Завязываем. Есть. Теперь берем белый 260, складываем его вот таким образом и просовываем вовнутрь шара. Раздуваем внешний шар. Раздули. Теперь раздуваем шар для моделирования. На 2,5 качка. Завязываем узел. Берем шар 10 дюймов, одеваем на палочку и просовываем вовнутрь шара. Есть. Немножко поддуем внешний шар. И раздуваем внутренний на 6 качков. За
завязываем внутренний шар, срезаем хвостик. Теперь будем выпускать воздух, при этом ШДМ мы складываем пополам, вот таким образом. Формируем. Вот так у нас получается. Головка готова. Раздуваем теперь носик. Воздух мы весь выпустили из головы. Оставляем нужную нам морковку. Это будет примерно на 4 пальчика. Завязываем узелок. И немножко придадим форму. Вот таким образом. Это есть. Теперь берем шар 10 дюймов и 2 завязочки. Потерялся шарик мой. Шоколадный 160. Разрезаем пополам. На концах делаем завязочки, узелочки. Раздуваем десятку. Прикладываем узелочек в место, где у нас будет ручки. Чуть-чуть выше середины шара. Завязываем. И с другой стороны таким же образом. Есть. Теперь раздуваем шар на 4 качка. Завязываем узелок на самом конце. Перегоняем воздух. Берем завязочку. Прикладываем. Два конца, головка и туловище. И просовываем вовнутрь. С другой стороны ловим хвостики. И перекручиваем. Завязываем. Есть.
Здесь на конце мы также делаем узелочек. Поправляем. Итак, теперь берем 12 шар. Добавила я немножко завязочек, не досчиталась. По двух завязках на конце мы делаем узелочки. Двумя будем подвязывать. Раздуваем шар. Делаем подвязки для ног. Отмеряем в сторону от серединки. Вот так в сторону немножко. Я думаю, так будет достаточно. Прикладываем. Завязываем. И вторую ножку. С другой стороны я планирую сделать ножку повыше, вот сюда аж на серединку. Вы подвязываете, как вам больше нравится. Есть. Теперь раздуваем шар на 6 скачков. Завязываем узел на самом конце. Перегоняем воздух. Теперь берем наш узелочек, прикладываем к хвостику и также проталкиваем вовнутрь. С другой стороны достаем. Перекручиваем. Завязываем узел. Есть. Немножко шар вот таким образом я придавливаю, чтобы у меня была одна ножка выше другой. Теперь делаем ноги. Берем шары 5 дюймов, раздуваем на один качок, узелочек на самом конце. Воздух перегоняем. Берем хвостик и с другой стороны достаем. Перекрутили, завязали. Есть. И вторую ногу таким же образом.
Все, теперь ножки подвязываем. Берем хвостики и крепко затягиваем. Хвостики убираем. И с другой стороны. Раздуваем руки. Немножко оставляем воздуха. Здесь сделаем маленький пузырь. Перекручиваем. И еще два. Теперь отмеряем пузырь на 8 пальцев. И здесь делаем 3 петли. Немножко сдуем. Вот таким образом, с помощью пузырей фиксируйте руки в нужное положение. И с другой стороны таким же образом. Здесь у нас готово. Теперь остается приклеить наклейки. Вот такой красавец у нас сегодня с вами получился.
радуйте своих детей. На этом сегодня все. Всем спасибо за внимание. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ставьте класс, если вам понравилось видео. До новых встреч. Пока-пока!